Уважаемый господин Тап, мне приятно обсудить с вами вопросы развития местного самоуправления и, прежде всего, опыт Европы в этом направлении. У нас есть свое видение развития местного самоуправления, и мы, естественно, будем двигаться в направлении большей самостоятельности местному самоуправлению, органам местного самоуправления. Я не скажу, что мы восхищены той формой развития и существования местного самоуправления, регионального самоуправления в Европейском Союзе, но много хорошего, то, что создано у вас, подлежит заимствованию в Беларуси. Думаю, хорошим было подспорьем в реализации сказанного мною более тесные контакты органов местного самоуправления с соответствующими структурами Европейского Союза. Думаю, ваш визит сегодняшний в Беларусь придаст новый импульс нашему сотрудничеству с европейским регионом в плане развития местного самоуправления, а также регионального управления.